Я покупаю себе сумку. Наконец-таки нашел ту самую M-размер Шанель, как у меня красная, только черная с серебром. Мне она нужна. Я уже просто не могу. Проблема в том, что на карте не хватает денег. Я сейчас всем уже написал во все чаты. Говорю, ребят, скиньте в долг, скиньте в долг. Никто не отвечает. Такие вот у меня друзья, понимаете? Я больше не могу. О, Юлечка ответила. Ну, как обычно, все. Берем, возвращаются. Товарищи, пришла сумка, который я очень давно хочу, вот именно вот в этой, понимаете, неубиваемой коже. Но проблема в том, что она 35 размера, это такой чемодан. Так не видно, но вот в целом просто чемодан, я в расстройстве. Такая огромная мне просто не нужна. Я хотел, знаете, чтобы в ресторан и на вечеринку, а с этой, блядь, только, ёпту, по делам в офис какой-нибудь. В офис какой, которого нет, но тем не менее. Теперь есть сумочка с серебряной фурнитурой, но я уже хочу ее носить каждый день. Просто. Я не могу. Я снова плачу, девочки, я снова плачу. Ну, мне нужно было, вы понимаете, мне нужно было это, потому что неделю моей вот этого коматозного состояния, оно должно чем-то, как-то должно меня... Сейчас я расскажу, вернусь. Ага. Оно должно чем-то подкрепляться, понимаете? Вот. И оно подкрепилось. Я так радуюсь. Я не в себе. Ой, но этот гештальт закрыт. Мне потащили новые духи. Может быть, мне они тоже нужны? Такие вроде ничего сейчас. Ладно, завтра заеду. Ой, так кожа блестит. А это что? А, это от этого. От штучки. Ну ладно, ничего. Блин, ну все. Боже, так радостно. Так жалко, что сегодня никуда уже не пойду. Так уже хотелось. Ну, понимаете, да? С новой сумкой. А, ну я похожу по дому с ней. Заебись, да? Похожу по дому, просто поприкалываюсь. Походим вместе. А, мне же нужно было купить парочку basic вещей. Боже мой, опять я купил себе, блядь, не то, что надо было изначально. Мне нужно было купить себе пару basic свитеров там таких. А потом я увидел ее и как бы думаю, да ну ладно, не сегодня. Ладно, сейчас заедем еще по поводу свитеров. Все, поехали, я не могу больше ждать. Я в стрессе. Видно, что я похудел? Я похудел, кстати. Главное обратно не набрать. Как будто бы уже и нахуй эти Мальдивы, там все равно сезон дождей. Все равно бюджет Мальдив уже потрачен сегодня. Но сделаем вид, что просто нахуй. Согласен. А почему нет? Ну вот и все. Хотели поехать, ну в итоге не поехали. Да, вот такое. Я же вам говорил, передумаю. Ну передумал, вот так вот, получилось вот так. Знаете, в чем проблема? Почему день не может продолжаться у меня дальше, и я поехал домой? Я объясню. Потому что, приходя уже в магазин за basic вещами после покупки, которую я хотел давно, да, и после испытанных вот этих вот спектра этого чувств, да, я уже буду смотреть на все остальное, как ну кусок говна, типа, ну и чем вы хотели меня удивить? Ну просто бежевый свитер, ну просто кэжуальный, да? Ну заебись, и почему мне нужно за это платить? А? А, ну супер. Нет. Я говорю нет. Вот, поэтому я знаю свое вот это настроение. Нужно, чтобы вот сегодня спало это количество эндорфинов. И вот уже завтра, когда я пойду с новой сумочкой, я уже пойду. Ну завтра, короче, будет уже как надо. Поэтому сегодня мы поедем домой. Будем ли мы что-то готовить? Я не понимаю пока. Может быть. А может быть и нет. Я уже столько наготовил всего, уже просто невозможно. Уже, понимаете, в холодильник ничего не помещается. Невозможно. Товарищ, по поводу размера. Вот это вот, помните, мы с вами на Микносе покупали? Она размер самый большой L, а это у меня размера M. То есть она... S просто очень маленькая для меня. О, блядь, они что, одинаковые? Ну нет, они же разные. Да, они разные. Нет, они разные, разные. Я просто положил, думаю, неужели они там... Вот, короче, мать и дочь, или сын, скорее сын. Единственное, конечно, что меня подбешивает, что у S и у M у них слишком длинная цепочка, и вот здесь сумка где-то висит. А мне нравится, чтобы она висела вот так вот, знаете. А тут как-то не пиши пизде рукав. Ну, здесь я в клуб, понимаете. А здесь я в школу за детьми, рубрика. Ну, вот так вот иду. Вообще, на самом деле, настроение носить две сразу. Мне похуй, вот так крест-накрест повешу. Не, понимаете, но мне не хватало ее в эту коллекцию. Потому что у меня, в принципе, этот шопер на каждый день совершенно потрясающий. Я его обожаю. Сюда все помещается от гондона до батона. Он такой вот бесформенный, очень удобный. Я обожаю. Вот, это у меня с золотом и серебром. Габриэль. Немножко надо ее, конечно, внутри почистить. Но ладно, тем не менее. Она, ей уже сколько лет? 5 или 6?
не знаю. Короче, это цвет бабкиных ногтей таким вот шампань, а это именно с серебром. И все. Все, у меня закрыт этот список. Я доволен, больше пока ничего не хочу. Ну, как там поживает свитерок? Как поживает свитерок? Уже четвертый, блядь, день висит. Как поживает? Или уже недельку? Как поживает свитерок? А как поживает? Как поживает свитерок? Завтра его с новой сумочкой напялю. Заебись. О, а я как раз таки думал, с чем-то, с новой сумочкой будет здорово.